Втягиваемся потихоньку. Понравилось то, что тренер дает все через короткий пас, ставит акцент на игру ногами вратаря. Вот это нравится, дает нам больше игры ногами, чтобы совершенствовали свое мастерство. Мы потихоньку втягиваемся в процесс. Вот на неделе уже были серии, подольше позанимались. Нормально чувствуется. Потихоньку вот завтра товарищеская игра. Посмотрим, что мы наработали. Две недели так хорошо поработали в одноразовом и двухразовом режиме тренировки. Сейчас, скажем так, надо заложить функциональную, физическую подготовку. Если честно, в манеже такая атмосфера классная, что чувствуешь, что этот футбол, это поле позволяет, и тепло. Я бы все время в манеже тренировался, если честно. Комфортно, поле хорошего качества, трава высокая, нравится, мяч стелится удобно. Зимой оно, если полевые игроки где-то больше бегают, двигаются, у них ноги не так сильно мерзнут, там мы вышли, у нас больше идет работа такая стоящая, где-то перемещение. Ну, не такая интенсивная, как у полевых, потому что и ноги подмерзают, да. То, что мы не сделали, это огромный плюс, и спасибо большое всем людям, что вложились и построили у нас в городе такое сооружение. Очень важно закачивать мышцы пресса, верхний плечевой, чтобы после какого-то удара быстро встать, подняться. Работа ног очень важна, чтобы шаг, например, вылететь быстро. И работа ног, сильные ноги для вратаря – это очень большой плюс. И надо это приводить в порядок после отпуска. Ну, свою готовность не знаю, кто не привык сам себя оценивать. Готовлюсь, тренируюсь, будет видно как-то. Тренер будет принимать решение. Моя задача – выходить и на все 100% показывать, на что я способен. Ну, честно, считаю, что еще вообще не готов. Как бы я очень долго вкатываюсь, скажем так, после перерыва. Мне надо чуть, может быть, больше, чем остальным, время подготовиться. Ну, все еще впереди чемпионат, еще есть время, подготовимся. Хорошо работаем, сейчас и игры будут по субботам, так что я думаю, подготовимся к чемпионату в хорошей форме.